Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Я уже на даче. И хочу вам показать, что я сейчас здесь вышиваю. Я вышиваю петушка. Этого петушка я начала вышивать в начале года. Отшито у меня больше трети этой работы. Сейчас, в данный момент, я перешла на вышивку хвостика. Вот по схеме такой хвостик темный. У меня сделано только чуть-чуть верхние перья. Здесь я разложила свои ниточки. Лампа это моя, которой я пользуюсь постоянно. Сейчас я ее потом включу, когда начну вышивать. Здесь у меня иголочки. Все находятся. Есть у меня такая вот баночка для обрезков ниток. Ну, со мной здесь живет на даче вот такой петушок. Ему уже года два, наверное, как он родился у меня. Еще я взяла с собой еще одного тигра вышивать. Ну, я хочу сначала доделать петушка, потом перейду на тигр. Вот эти вот салфеточки я тоже вязала их давно. Они со мной здесь живут на даче. Я их использую под горячее. Ну, заодно покажу вам, наверное, схему петушка. Вот такая большая схема. У меня отшито вот здесь сверху до половины вот этой вот картинки. И сейчас я перешла на хвостик. Потом мне надо будет отшивать еще все цветы. Вот здесь внизу все цветы отшивать буду. Загудел мой вентилятор. Заодно и покажу, как я здесь вообще живу. Вот здесь у меня вентилятор стоит на полу. Продолжаю я вышивать хвостик петушку. Вот она моя схема. Я начала вышивать сверху, сейчас иду к низу. И потихонечку он у меня закончится. Здесь у меня также лежат ниточки, иголочки. Я вышиваю сейчас на улице. На улице тепло, хорошо. Ветра нет. Вышила я вот этот вот хвостик с темными перьями. Сейчас буду переходить вниз. Там уже пойдут у меня более яркие цвета. Ой, выглянуло солнце. Солнце мешает. Иногда помогает, конечно. Вот эту вот верхнюю часть я уже сделала. Сейчас у меня цвета пойдут поярче. Буду я здесь пяльцы убирать и пойду вниз. Работа мне очень нравится. Сейчас у меня будет вышиваться яркими красивыми ниточками, поэтому работа пойдет быстрее. Иголочки также у меня лежат вот на этой картоночке припаркованные. Пользуюсь я вот этой лампой настольной. Сейчас солнце все сливается. Ну и также ниточки. Ниточки я не стала перематывать. Как есть, так и есть. Отрезаю. Здесь я вышиваю в 2 и в 3 нитки. Поэтому если я отрезаю одну нитку, как раз в 3 нитки получается 2 иголки.
Вот сейчас, когда нет солнца, можно посмотреть обратную сторону моей вышивки. Весь край я обшила ниточкой. Подвернула, чтобы меня не раздражали вот эти нитки, которые осыпаются. Канва начинает сыпаться, поэтому я весь край прошила. Уже пожалела, что я не сделала это дома зигзагом. Ну, ничего страшного, я подвернула и прошила просто обычной строчкой. Ну, еще раз показываю с этой стороны. У меня отшита половина работы. Сейчас я иду дальше, буду отшивать дальше туловище петушка, ну и хвостики. Перышки вот эти нижние яркие. Обрезки ниток я складываю вот в эту баночку. Пользуюсь этой лампой. Ну, сейчас хорошо, солнца нет. Можно будет хорошо рассмотреть. Вот она, моя схема. Сейчас у меня пойдут нитки яркие. Будет хорошо все двигаться у меня.